Здравствуйте. Сегодня среда, 23 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. При попадании российской ракеты в родильное отделение в больнице в Запорожской области погиб мальчик, которому было всего 2 дня. Сотрудники службы безопасности Украины провели обыски в Киево-Печерской лавре. Участники митинга в центре Еревана потребовали выхода Армении из организации договора о коллективной безопасности. Также сегодня... Майдан, а главная агрессия России, перевернули сознание. Это, конечно, не полностью, что мы очистились от этого советизма, но это уже шаг вперед. Умер Юрий Шухевич, украинский политзаключенный, почти 30 лет отсидевший в советских лагерях. Вновь начну выпуск с призыва подписываться на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня арбитражный суд Москвы удовлетворил иск в 1 миллиард рублей телеканала «Дума ТВ» к компании Google, владеющей порталом YouTube, и потребовал вернуть доступ к YouTube-аккаунту Госдумы. Так что перспектива блокировки YouTube в России никуда не исчезла, и слушать выпуски «Времени свободы» надежнее именно в телеграме. Теперь о главных новостях. Одна из выпущенных за последние сутки по Украине российских ракет попала в здание родильного отделения больницы города Вольнянск в Запорожской области. Погибли 3 человека, в том числе мальчик, родившийся всего 2 дня назад. 2 врача больницы находятся в тяжелом состоянии. Завтра исполняется 9 месяцев с начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Европейский парламент принял сегодня резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Депутаты заявили, что готовят почву для привлечения президента Владимира Путина и его правительства к суду в международном трибунале. Российские войска продолжают обстреливать Херсон, недавно освобожденный украинскими войсками. ВСУ с помощью беспилотников подвергли атакам несколько объектов в аннексированном Крыму. Ранее беспилотники нанесли удары и по базе ВМС России в районе Новороссийска. Стали поступать сообщения об эвакуации жителей Армянска. Это город на севере Крыма, неподалеку от административной границы с Херсонской областью. Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов назвал эти сообщения фейками и заявил, что все жители полуострова находятся в полной безопасности. Гарантирую, что мной по поручению президента 24 часа в сутки проводится работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан. Ничего Крыму, российскому Крыму, как субъекту Российской Федерации, ничего не угрожает. И все заявления врагов по поводу того, что они там будут когда-то в Крыму, я могу сказать, мы еще посмотрим, кто где будет летом и в какой речке, кто будет, так сказать, купаться и где будет отдыхать. Поэтому, уважаемые крымчане, руководствуйтесь только проверенными официальными источниками информации. А вопросы, связанные с любыми вопросами, связанные с мобилизацией, эвакуацией и так далее, только от меня лично. Это был глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов. Не знаю, относит ли он к врагам России депутата Госдумы, генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева, но Гурулев, напротив, призывает к строительству в Крыму серьезной линии обороны. Первое, самое главное. Не надо хотелки и фантазии путать с реальностью. Но тем не менее, как человек военный, я могу сказать буквально следующее. Надо быть готовым ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму. И сегодня, сколько я знаю, линии обороны, они оборудуются. И я думаю, что наши военачальники, которые управляют всеми нашими войсками и руководят спецоперацией, все эти варианты предусмотрели. Это был депутат Государственной Думы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров рассказал в интервью проекту «Крым Реалии», что российские власти Крыма фактически продолжают сейчас мобилизацию на полуострове, причем прежде всего в районе компактного проживания крымских татар. У нас есть списки по некоторым территориальным образованиям Симферопольского района. И когда мы их получили, мы еще не знали о том, что 19 ноября в Симферополе состоялось совещание с участием представителей оккупационных силовых структур и представителей управления города Симферополя, а также представителей административно-территориальных образований, которые, ну, примыкают к Симферополю. Но мы уже, получив списки, увидели, что в тех местах, где компактно проживают крымские татары, в списки внесены люди, ну, вот, очень большого разброса
годов рождения, и вы уже сказали, это 1995 год, 27 лет кому должно наступить, и по 2004 год, 18-летние мальчишки. И мы увидели, что практически подбирают всех. То есть и раньше, разумеется, составлялись списки для незаконного принудительного призыва, но в разрезе каждой вот возрастной структуры кого-то призывали, кого-то откладывали на потом. А вот сейчас такое ощущение, что уже подбирают всех до 27 лет, кого ранее по тем или иным причинам не призывали в оккупационную армию. Это похоже на плохо скрываемую мобилизацию. Мы, к сожалению, не можем опубликовать списки, потому что они сплошь из фамилий, имен, адресов проживания этих людей и годы рождения. Но все эти списки подписаны Константином Качаровым. Это начальник российского оккупационного военного комиссариата, который обслуживает Симферопольский район и город Алушту. Я тут стараюсь быть максимально объективным. У нас есть списки, те, которые касаются компактных мест проживания крымстатар, и очевидно, что там 90% и более это крымские татары, хотя там есть и, ну вот у меня вот эти списки, я их задним числом показываю, да, но хотя там есть и, ну, скажем так, фамилии, указывающие на то, что эти люди другой этнической принадлежности, но абсолютное большинство крымские татары, но это списки, которые касаются мест компактного проживания крымских татар. Это был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, фрагмент эфира проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии». Ну а украинский военный эксперт Владимир Грабский признает, что деоккупация Крыма не является на данном этапе первоочередной задачей вооруженных сил Украины, но информация о том, что из Армянска сейчас эвакуируются люди, вполне может оказаться достоверной. Исходя из логики военного планирования и проведения операций, а также базируясь на том опыте освобождения украинских территорий, свидетелями которыми мы были, нужно понимать, что о Крыме пока речь не идет. Как бы мне ни хотелось говорить о моем родном Крыме, но, к сожалению, пока речь об этом не идет, и мы должны понимать, что вначале будет Мелитополь, вначале будет выход на побережье Азовского моря, и только после этого можно всерьез рассуждать о проведении освободительной операции на территории нашего полуострова. А что касается возможной эвакуации, то, вы знаете, я здесь не был бы сильно удивлен, исходя из того, что с передвижением украинских сил обороны на берег Днепра, география нанесения ударов по военным объектам, которые находятся на территории восточной части Херсонской области и на северной части Крыма, она как бы объективно увеличивается. И в таком смысле, да, действительно можно говорить о правдивости информации, которая связана с эвакуацией каких-то групп населения, возможно, семей военнослужащих, которые незаконно находятся на территории оккупированного Армянска на сегодняшний день. Это было мнение украинского военного эксперта Владимира Грабского. Самая обсуждаемая сегодня тема в Киеве – обыски, которые сотрудники СБУ провели в Киево-Печерской лавре. В СБУ это назвали работой по, цитата, «противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине». Наместник лавры, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел, назвал обыски СБУ осмотром и сказал, что визит спецслужб не был неожиданностью для священнослужителей. Отреагировали на обыски в Киево-Печерской лавре и в России. Представитель Русской Православной Церкви Владимир Легойда назвал это акцией устрашения и преследованием верующих. МИД России также осудил обыски в лавре. Юридически здания Киево-Печерской лавры являются историческими памятниками архитектуры и принадлежат украинскому государству. О том, что искали сотрудники СБУ и почему обыски проведены именно сейчас, говорит украинский религиовед Андрей Ковалев. Знаете, сейчас в Киеве очень популярная шутка, такой, скажем, мем, о том, что Служба безопасности Украины точно может заявить о том, что Бога в Киево-Печерской лавре не нашли. На самом деле Служба безопасности Украины заявляла, что в Киево-Печерской лавре ищут, возможно, там хранится оружие, возможно, там какие-то российские диверсанты. На самом деле, я думаю, Службе безопасности Украины надо было искать следы тех преступлений, которые так называемый наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел Лебедь, более известный под таким псевдонимом, более известный в Украине как Паша Мерседес. Ну, то есть уже от такого его клички вы можете понять, что человек ведет не совсем честную жизнь. Павел Лебедь с 1994 года управляет этой религиозной организацией, которая арендует у
украинского государства помещение Нижней Лавры в Киево-Печерской Лавре. Напомню, потому что все помещения древней Киево-Печерской Лавры – это собственность украинского государства, это памятник ЮНЕСКО, это заповедник. И все эти годы, с 1994 года, Павел Лебедь просто создавал такую подпольную империю. Создавал магазины, рестораны, отели, и все это на территории Киево-Печерской Лавры. Все это без разрешения государства, все это без уплаты должных налогов, потому что все это камуфлировалось под религиозные нужды, и поэтому налогами не обкладывалось. Киево-Печерская Лавра долгое время в Киеве на самом деле была таким местом сбора, скажем так, сепаратистов пророссийских. Многие организации пророссийские имели свои отделения, свои штабы просто в Киево-Печерской Лавре. Например, такая пророссийская организация, которая называлась «Союз православных братств». И, кстати, недавно мы видели видео, как человек, который эту организацию долгое время возглавлял, такой себе господин Лукиянник, который тут отстаивал в Киеве русский язык, единение с Россией. Он пришел, кстати, в Киево-Печерскую Лавру, и вот этот наместник Павел его даже публично вроде бы как проклял и выгонял из храма. Действительно, Киево-Печерская Лавра долгое время, с 92 года, фактически, когда в Украине, 1992 года, когда под влиянием России в Украине появился Московский патриархат, Киево-Печерская Лавра была как раз местом сбора, мобилизации этого пророссийского электората, сепаратистских разных организаций. И я даже подозреваю, что все-таки под покровом Киево-Печерской Лавры продолжают действовать эти сепаратистские организации. Пока что мы информации от Службы безопасности Украины про хранилось ли там оружие, Служба безопасности Украины не сообщала. Но думаю, что, скорее всего, могли найти и оружие, потому что долгое время, я об этом уже говорил, ну, например, во время революции достоинства, во время Майдана в 2013 году точно было известно, что в Киево-Печерской Лавре размещается пророссийская такая организация, которая камуфлировалась под охранную организацию под названием «Стелс». И они, кстати, были вооружены и сидели в Киево-Печерской Лавре. Об этом, например, сообщили сотни Майдана, которые пришли в Киево-Печерскую Лавру тоже в 2013 году искать оружие. Действительно, деньги, собранные в Киево-Печерской Лавре, Павел Лебедь отправлял патриарху Кириллу, отправлял в Московскую патриархию. Но в то же время Киево-Печерская Лавра была также местом, когда под прикрытием церкви сюда заводились деньги, также российские, для финансирования деятельности этих пророссийских организаций, которые работали в Киево-Печерской Лавре, и это все происходило много и много лет. Я хочу сказать, что Московский патриархат – это последняя надежда Путина в Украине. На самом деле, организация, которая имеет очень большое покрытие по Украине, в районных центрах, в селах, и на самом деле это даже не религиозная организация, это квазиполитическая организация. Например, моя организация политологическая, в которой я состоял до войны, как политический аналитик, собирала данные о военных преступлениях, в которых брали участие также представители Московского патриархата. Мне кажется, что связана эта активизация Службы безопасности Украины с тем, что поменялось руководство Службы безопасности Украины. Предыдущий глава Службы безопасности Баканов, он публично признавался в том, что он есть адептом Московского патриархата. Сам говорил, что не существует никакого Московского патриархата, такой прокремлевский нарратив, потому что он говорил, что есть просто Украинская православная церковь, ее нужно уважать. Сам он был прихожанином Веденского монастыря в Киеве на улице Московской, бывшей улице Московской. Кстати, если существуют ватные монастыри в Украине, то это был мегаватный монастырь, потому что даже во время войны в 2018-2019 году в этом монастыре служили здесь молебны за победу русского оружия. Обыски, которые сотрудники СБУ провели в Киево-Печерской Лавре, комментировал украинский религиовед Андрей Ковалев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 23 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня в Ереване стартовал саммит Организации договора о коллективной безопасности с участием лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Армении. Перед началом саммита на площади Свободы в центре Еревана прошел митинг с требованием выхода Армении из ОДКБ, так как эта организация никак не помогла Армении в ее противостоянии с Азербайджаном. Акция собрала около 2000 человек. Полиция задержала, как официально было заявлено в профилактических целях, одного из организаторов митинга, лидера Европейской партии Армении Тиграна Хзбалы.
Смоляна. Мой коллега Артур Асафьев спросил ведущего митинга, социолога Карена Саркисяна, зачем, по его мнению, Владимир Путин приехал в Ереван и какие последствия будет иметь выход Армении из ОДКБ. Единственная цель, я так сильно подозреваю, что, будучи изгоем, то есть потеряв полностью все абсолютно возможности быть признанным на международной арене, он пытается это сохранить, ОДКБ, как структуру, где он что-то из себя представляет. Это очень для него важная система, я так понимаю. Кроме того, он здесь для того, чтобы не потерять Армению, потому что он отлично понимает, что после того, как Армения юридически выходит из ОДКБ, он теряет вплоть до Северного Кавказа все. То есть и Грузия, и Азербайджан – это государства, которые по факту так или иначе зависят от России. Ну, Грузия вообще с оккупированными территориями сидит. Но его якорь в регионе – это 102-я база и вот членство Армении в ОДКБ. То, что мы здесь делаем, мы пытаемся отрезать эти швартовы, отрубить эти канаты и все, чтобы русский военный корабль двигался туда, куда ему положено двигаться. То есть здесь вопрос стоит в том, что внутренне у нас есть ощущение, что в тот момент, когда... Ну, это как во время Нэнси Пелоси визита уже прозвучало. Да, Армения и Украина – это государство, которое с точки зрения демократии, стоя на стороне демократии, борется против авторитаризма. И у нас есть сильное подозрение, что Путин ВВ – это именно тот человек, благодаря которому Алиев устраивает вот все эти провокации и пытается нарушить территориальную целостность Армении и получить вот эти коридоры, потому что о самих коридорах российская верхушка говорила о том, что это для них дорога жизни. ОДКБ мертв. Выход из ОДКБ – это всего лишь вопрос одного правительственного решения. Но в тележке из-за ОДКБ идет порядка 400 законодательных актов, которые так или иначе основаны. Это причем законодательные акты, связанные и отношения с Казахстаном, и с Киргизией, и с Таджикистаном, и с той же Белоруссией. Да? То есть там очень большой пакет документов. Здесь вопрос не просто физического выхода. То есть решение выйти из ОДКБ, оно очень легкое. А вот для того, чтобы все 400 законопроектов, законов действующих, перевести, то есть половину полностью аннулировать, другую половину переделать. Вот это вся эта история, которая нынешнее правительство наше, я не думаю, что в состоянии просто переварить. Потому что очень много других проблем. То есть, чтобы вы понимали, выход из ОДКБ вообще не вопрос. Но хвостом за ОДКБ столько договоров, что вот ты вышел из ОДКБ, но те договора-то продолжают действовать. То есть они не вследствие договора о организации этой, а вот в рамках этой организации есть сотрудничество, очень многие вопросы так по умолчанию там находятся, поэтому вот все остальные договоры мы заключаем как бы вот так, с размахом на то, что вот, допустим, у нас все равно есть ОДКБ, вот эту часть мы не обсуждаем, потому что в ОДКБ эта часть есть. Вот об этом речь. Мы хотим услышать от правящей фракции либо то, что они боятся и не выходят, либо то, что они имеют какие-то мнения и не выходят. То есть мы хотим от них услышать политическое обоснование не выхода из ОДКБ до сих пор. Однозначно, ясно, без всяких вот этих вот, да вы знаете, как это все. От этого очень многое будет зависеть. Это был один из организаторов сегодняшнего митинга в Ереване с требованием выхода Армении из ОДКБ, социолог Карен Саркисян. Интервью с ним записал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Европейский Союз может установить ценовой потолок импортируемой российской нефти на уровне, близком к $60 за баррель. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным газеты, все еще обсуждается довольно широкий диапазон цен. Верхний предел потолка – $70 за баррель. Вступление новых ограничений в силу намечено на 5 декабря. О том, сильно ли ударит введение такого ценового потолка по российской экономике, рассуждает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Коммерчески оно не ударит. Во-первых, потому что $60, которые планируют сделать потолком, это цена ФОБ, так называемая. То есть отгрузили нефть в танкер, а дальше уже к ней надо для потребителя прибавить стоимость перевозки, страховки, разгрузки и так далее, и так далее. Но $60, они оправдают себестоимость, то есть добыча, транспортировка, оставят немного прибыли для нефтяных компаний, возможно, оставят что-то для российского бюджета в виде налогов, так что это не критично.
Критично будет, если российское руководство объявит, что по такой цене оно никому поставлять нефть не будет. Возможно, это тоже притворная какая-то схема. На самом деле нефть будет поставляться, но Россия будет громко кричать, что она вот по такой цене не поставляет. На самом деле все обстоит совершенно другим образом. Но у Путина, я думаю, хватит нахальства и не хватит мозгов, чтобы положить конец российскому нефтяному экспорту, то есть нанести по нему такой же удар, который он нанес по газовому экспорту России, когда «Газпром» стал сокращать поставки и вообще выводить европейских потребителей из числа своих клиентов. Мы сейчас видим, что когда из балтийских портов все-таки идут танкеры, идут за границу, то уже не в Европу. В Европу очень немного, в основном в Роттердам, где тоже нефть перегружается, иногда используется, но 92% потери вот этого потока в Европу, это что-то да значит. В основном нефть оттуда идет не в Китай, а в Индию. Но Индия уже насторожилась. Некоторые индийские покупатели сказали, что не будут покупать российскую нефть, пока не станет ясно, по какой схеме она поставляется. Если мы посмотрим на поставки нефти в Китай и сравним их с предыдущими месяцами, неделями и так далее, то оказывается, в среднем-то, вот как Китай получал определенные объемы нефти в прошлом году, например, где-то около от 72 до 83 миллионов тонн в год. Вот в этом году примерно на тот же самый показатель они должны выйти. То есть Китай как спасение для исчезнувшего экспорта в сторону Европы, он никак не подходит. Он по транспортным возможностям столько не возьмет. А потом китайцы никогда не будут переплачивать за российскую нефть. Дефицита на рынке нефти сейчас нет никакого. И поэтому, если уж они возьмут что-то российское контрабандой, то будут брать это по очень-очень низкой цене. Это совершенно точно. Мы уже видим, что Россия поставляет нефть в Китай по смешным ценам через нефтепровод ВСТО, Восточный Сибирь, Тихий океан. А очень часто эта нефть вообще поступает бесплатно, потому что Китай за нее уже когда-то заплатил в виде кредитов и займов для Роснефти. Сейчас Роснефть до 2029 года будет расплачиваться с Китаем, поставляя ему нефть уже без всякой платы. И Китай показал, вот в том числе, например, при закупках российского газа, что цены, которых он добивается у России, они ниже себестоимости иногда бывают. А это означает, что, судя по всему, поставками в Китай в России будут дорожить и готовы отправлять туда нефть так дешево, как запросит Китай. Это было мнение аналитика мирового нефтегазового рынка Михаила Крутихина. Ночью 22 ноября на 90-м году жизни в Германии умер Юрий Шухевич, герой Украины, политзаключенный советских времен, сын одного из лидеров Организации украинских националистов и командующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича. С 1948 по 1989 годы Юрий Шухевич провел в общей сложности в советских тюрьмах и лагерях 28 лет. С 1990 по 1994 год возглавлял Украинскую национальную ассамблею, Украинскую национальную самооборону УНА-УНСО. Он был депутатом Верховной Рады с 2014 по 2019 годы. Выступал за декоммунизацию Украины и за разрыв дипломатических отношений Украины с Россией. Вот что Юрий Шухевич говорил в 2015 году в эфире «Радио Свобода» о том, следует ли запретить Коммунистическую партию Украины. Та компартия, которая была воссоздана, они прямо говорили, что они наследники КПСС, КПУ, той, которая была распущена в 91-м. И они просто брали на себя ответственность за те деяния, которые совершила Коммунистическая партия Советского Союза, бывшая ДКПБ, РКПБ и так далее. Поэтому они должны за это быть просто распущены. Потому что члены партии сегодняшние, вряд ли они уже и коллективизации не творили, и не причастны к этим всем высылкам, кампаниям разным, которые проводили тоже. Ну, хотя бы Голодомор, когда в Украине творился, они же ведь партийные работники прикладывали руки к тому, что хлеб забирали людей. В такие ставили условия, которые приводили к голодной смерти многих.
тех уже нет, но поскольку они говорят, что они наследники той партии и этих деяний, я считаю, что они должны быть распущены. Я знаю, я сказал, что с идеологией так бороться нельзя. Когда-то Екатерина, началась Великая Французская революция, там при дворе, в русском кругу, разговоры о Французской революции, о этих ужасах, и еще представил наследник Павел, или князь Павел сказал, пушки во Францию, Суворова. На что Екатерина ему ответила: с идеями, милый мой, пушками не борется. Поэтому с идеями, конечно, не будешь бороться такими принудительными. И, конечно, эту как политическую партию КПУ запретят, а тогда она возродится под именем Левая демократическая партия. Так как социалистическая единая партия Германии, которая существовала в ДДР, она же ведь потом теперь стала партией демократического социализма. И тут она будет левая демократическая или что-то подобное. Левая демократическая, я так говорю, потому что в Греции после войны компартия, когда была запрещена, они создали левую демократическую партию. Под этим названием она действовала в Греции. Она будет под другим названием, но ей придется считаться с многими реалиями уже сегодняшнего дня. И, конечно, это уже не будет та компартия. А главное, сознание людей. И знаете, молодые уже далеко мыслят не так. Уже это коммунистическое прошлое отошло. Даже там, в Донбассе, они еще что-то выступают против, как они называют, хунты, против Киева. Киев их не слышит, Киев их не понимает и так далее. Но это уже далеко не советское мышление у них. И поэтому все-таки, но где-то остаточно и есть. И с этим надо бороться, чтобы это сознание советское ушло. Попытки возродить, конечно, будут. Но это будут неудачные попытки. Я вижу по людях. Даже тех, которые, ну, еще несколько лет как-то мыслили иначе. Думали все-таки по-советски. А вы знаете, Майдан, а главное, агрессия России, перевернули сознание. И, ну, люди думают иначе. Это, конечно, не полностью, что мы очистились от этого советизма, но это уже шаг, и такой решительный, и крупный шаг вперед по этому пути избавления от этого прошлого. Это был украинский политик и правозащитник Юрий Шухевич, герой Украины, политзаключенный советских времен, сын одного из лидеров организации украинских националистов Романа Шухевича. Юрий Шухевич скончался прошлой ночью на 90-м году жизни. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».